размер лотка бактуса по длинной стороне 70 сантиметров и по центральной линии 80 сантиметров. Платок бактус выполнен из пряжи рабит ангора, 70% кроличьего пуха и 30% нейлона. Платок очень теплый, очень теплый. Я связала его по простой схеме абсолютно, то есть лицевая гладь с лицевой стороны. Значит, по краю, пока имея по краю, вот такой узор, вот такая кайма тоже достаточно простая, выполняется очень легко. Легко и просто. Вот такой уголочек. Значит, центральная петля с обеих сторон идет прибавка петельками, не накидами, а петлями, чтобы не было дырочек, чтобы полотно смотрелось достаточно плотно. Дырочки мы себе позволили только по кайме. По кайме и вот по длинной стороне. По длинной стороне. Размеры платка бактуса у нас достаточно большие, поэтому смотреться он будет богато, скажем так. Вот, горло закрывает просто отлично, и грудь закрывает хорошо. Платок очень теплый. Стирать в машине не стоит. Не стоит экспериментировать. Стирать в руках. Я стираю таким образом. Делаю, взбиваю шампунь в небольшом количестве воды. Ну, шампунь для волос обычная. А вот погружаю платок. Помну его немножко. Прополощу. И потом в чистой воде прополоскать. Прополоскать, потом кладу на полотенце, разворачиваю платок, кладу на полотенце и сворачиваю полотенце вместе с платком в трубочку. И какое-то время у меня в таком положении лежит. То есть полотенце впитывает в себя влагу с платка. Потом беру сухое полотенце и, так сказать, досушиваю. То есть можно еще раз таким же образом свернуть в трубочку, пусть полежит немножко остатки влаги. Ну, скажем так, наибольшая влагу впитывает полотенце. А потом уже развернуть, ну, на простыни даже так, можно на простыни или на какой-то ткани развернуть, на сухой развернуть, значит, платок. И в горизонтальном положении он должен сохнуть. Но, естественно, что надо расправить аккуратно концы. Расправить платок, и вот в таком положении горизонтальном он должен сохнуть. Так, работая с пушистой ниточкой, я набираю петли вот таким вот образом. То есть с помощью крючка я набираю 6 воздушных петель. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Так, перед этим забыла вам сказать, хвостик оставляйте сантиметров 10. Хвостик, чтобы был сантиметров 10. Так, дальше 6 воздушных мы набрали. Значит, теперь одна петля у нас уже на крючке. Значит, и через каждую петельку предыдущую мы будем протягивать по одной лицевой петле. Одна у нас на крючке. Раз. Дальше 2. Дальше 3. Через каждую воздушную протягиваем по одной петельке. 4. 5. 5 и 6. 6. 6 петель у нас на крючке. Если мы будем считать по рядам, значит, первый ряд это был у нас
воздушные петли, второй ряд протянутые петли, и сейчас мы второй ряд снимем на спицу с крючка. Аккуратненько петельки снимаем на спицу. Спица круговая, диаметр спицы 3 миллиметра. Сняли. Рабочая нить у нас оказалась в конце. Чтобы она оказалась в начале, мы протянем другой конец нашей спицы. Протянули. Теперь у нас рабочая нить в начале. Развернули. Третий ряд мы провязываем таким образом. Первую петельку мы снимаем. Это кромочная петля. Дальше 2 петли провязываем лицевыми. Вторая и третья провязывается лицевой. Дальше делаем накид. Далее 2 петли провязываем лицевой. И третью провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Это у нас кромочная петля. Разворачиваем. Дальше снимаем кромочную, 2 петли провязываем лицевыми, вторую и третью петли провязываем лицевыми, накид мы провязываем изнаночной петлей. Провязали. Дальше у нас на спице 3 петельки, провязываем 2 петли лицевой, а последнюю провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Это кромочная петля. Разворачиваем. Дальше мы провязываем, снимаем первую петельку, она у нас кромочная, 2 петли последующих провязываем лицевой петлей. И дальше смотрите, у нас получается 3 петли и 4, да, на другой спице. Значит, вот эти 3 петли в начале и в конце, это у нас будет кайма, которая будет лежать на самой длинной стороне платка. А вот эта петелька в середине, это 4-я петля, это будет центральная петля. И по обе стороны этой петли должно быть всегда одинаковое количество петель. То есть мы будем делать прибавление после 3 петель в начале и перед 3 петлями в конце. И будем делать прибавление перед центральной петлей и после центральной петли. Значит, дальше мы делаем 2 накида на спицу. 2 накида, еще раз показываю. 1, 2 сделали. Провязали центральную петлю лицевой. И делаем еще раз 2 накида. 1, 2. И провязываем 2 петли лицевыми и 1 последнюю петлю кромочную провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Провязали. Разворачиваем. Вяжем дальше. Снимаем первую петлю как кромочную. Дальше провязываем 2 петли лицевыми. Дальше у нас получается 2 накида. Мы каждый накид провязываем изнаночной петлей. Значит, вперед рабочую нитку выставляем перед полотном, перед работой, как говорят, да? Смотрите внимательно, как я буду это делать. Вот видите, у меня так получается, да? То есть я вот за эту, не за эту буду провязывать, а вот за эту накинутую петельку аккуратно под нее я пропущу спицу и провяжу изнаночной петлей. Провязала. Далее, ну вот с этой уже петелечкой будет проще, то есть я ее подхватываю тоже за переднюю стеночку, как в предыдущем случае. И провязываю изнаночной петелечкой. Провязала. Дальше центральную петлю провязываю изнаночной. Дальше
провязываем 2 накида изнаночными, то есть за переднюю стеночку. Первый надо подхватить. Провязали. И второй накид за переднюю стеночку провязали. Дальше у нас остаются 3 петельки на спице. Провязываем первую, вторую лицевыми. И последняя кромочная провязывается за переднюю стенку изнаночной петлей. Провязали. Разворачиваем. Далее. Первую снимаем кромочную. Провязываем 2 последующих лицевыми. Провязали. Значит, у нас первые 3 петли и последние петли. Первая из них будет кромочная, а вторая и третья будет провязываться только лицевыми на всем протяжении вязания. Теперь провязали 3 петли, делаем накид. И провязываем последующие петли до центральной петли лицевыми. То есть 2 петельки мы сейчас провязываем до центральной петли лицевыми петлями. Провязали. Вот смотрите, вот у нас идет центральная петелька. Мы перед ней будем делать накид. Каким образом? Вот смотрите, у меня сейчас на пальце ниточка лежит. То есть вот эта ниточка идет к спице. От пальца к спице. Но я сейчас буду подхватывать ниточку, которая идет от клубка к пальцу. Вот эту ниточку подхватила и петлей одела на спицу. Оп! И подтянули. Это накид перед центральной петлей. Провязала центральную петлю. Теперь я палец немножко по-другому одену ниточку на палец. Вот так. Теперь, значит, у меня получается ниточка, которая идет от пальца к спице под пальцем. А вот эта ниточка идет от клубка к пальцу. Вот сейчас я ее подхвачу и вот эту петельку подтяну на спицу. Далее провязываем лицевыми 2 петли. Перед 3 петельками последними делаем накид и провязываем 2 петли лицевыми и последнюю провязываем кромочной изнаночной петлей за переднюю стеночку. Провязали. Значит, накиды у нас будут делаться с лицевой стороны платка. То есть лицевой стороной я считаю сторону, которая провязана лицевыми петлями. И каждый лицевой ряд, каждая лицевая сторона в каждом ряду будет прибавление, 4 прибавления. 4 прибавления. Значит, 2 прибавления будет делаться после 3 петелек в начале. Будет делаться накид. И перед 3 последними петельками будет делаться накид. А центральная петелька, вот она у нас, центральная петля. Перед центральной петлей будет делаться петля. То есть как прибавление. И после провязывания центральной петли тоже будет делаться прибавление с помощью петельки, которую я вам показала. Дальше разворачиваем и провязываем. Значит, первая петля идет кромочной, мы ее снимаем. Провязываем 2 последующих лицевыми. Накид провязываем изнаночной. И далее провязываем изнаночными петлями до 3 последних петель. Провязали. Дальше, значит, остается у нас 3 петли последних. Провязываем 2 лицевыми
И последнюю провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Это кромочная петля. Развернули. Дальше вяжем. Первую петлю снимаем. Она у нас кромочная. Две провязываем лицевыми. На спице 3 петельки. Делаем накид. И провязываем лицевыми до последующей петли. Провязываем лицевыми до центральной петли. Вот, довязали до центральной петли. Сейчас делаем петельку. Петельку. Значит, еще раз. У нас сейчас нитка рабочая лежит на пальце. Каким образом? Вот так вот проходит до спицы. А под пальцем идет к клубочку. Мы сейчас подхватываем ниточку, которая идет к клубочку. Вот так. Еще раз. Вот так подхватываем. Получается вот такая петелька. Мы ее подтягиваем. Деваем на спицу. В смысле, на спице мы ее подтягиваем. Дальше провязываем центральную петлю. И теперь положение пальца меняем. То есть получается на сверху на пальце лежит ниточка, которая идет к клубку. И мы всегда будем подхватывать ниточку и перед, и после центральной петельки будем подхватывать ниточку, которая идет к клубку. Вот так подхватили. Вот получилась вот такая петля. И подтянули. Дальше провязываем лицевыми до последних 3 петель. Провязали лицевыми. Делаем 3 петли. Вот. Делаем накид. И дальше 2 петли провязываем лицевой. И последняя кромочная провязываем изнаночной петлей за переднюю стеночку. Значит, чтобы было правильное понимание, что у нас, чего, как получается, и где начинается, где будет заканчиваться платок, я хочу это чисто схематически сейчас зарисовать. Вот смотрите, вот это вот сторона, которая у нас получается, да, с помощью прибавления петель, она будет расширяться. И в конце концов, она в конце вязания у нас получится вот эти края у нас получится прямой. Это сторона, самая длинная сторона платка. А центральная петелька, она будет у нас двигаться к кончику. Вот это центральная петля. Дальше, вот смотрите, почему я просила ставить подлиннее хвостик. Мы вот эти два конца, 3 петли и 3 петли, мы потом с помощью иголочки, либо кому-то удобно с помощью крючка соединить вот эти три стороны. Вот она. Вот у нас вот здесь будет соединение вот это. То есть вот эта кайма пойдет. Вот эта кайма состоит из 3 петелек. Вот эта кайма у нас идет из 3 петелек. Вот здесь идут прибавления с помощью накидов. Так. А вот здесь вот прибавления у нас идут с той и с другой стороны с помощью петелек. С помощью петелек у нас идут прибавления. Почему петелечки я показываю по-разному? Потому что, чтобы красиво выглядело вот это прибавление по центру, чтобы оно не отличалось с той и с другой стороны, чтобы выглядело симметрично. Далее развернули, провязываем. Это у нас, значит, изнаночная сторона платка. Я имею в виду лицевая, которая у нас вяжется, получается, лицевыми петлями. Это лицевая сторона платка. А это вот изнаночная сторона, где у нас основное это изнаночные петли получаются. Значит, провязываем также по той же схеме. Снимаем изнаночную, кромочную петлю и провязываем 2 петли лицевыми. Далее оставшиеся петли до 3 последних провязываем изнаночными петлями. Вот эти вот петельки провязываем за переднюю стеночку изнаночными. За переднюю стеночку.
То есть прибавочные петельки перед и после центральной петли мы провязываем изнаночными за переднюю стеночку. Дальше остается у нас 3 петли. Провязываем 2 лицевыми. И одну провязываем последнюю кромочную изнаночной петлей за переднюю стенку. Значит, вязать нужно свободно. Не надо вязать плотно. Почему? Потому что пух кролика, чтобы потом после стирки, в общем, не было проблем, и скататься может, и сваляться. Поэтому, чтобы красиво распушилось и красиво смотрелось полотно, не надо вязать плотно. Надо вязать свободно. Так, перевернули. Дальше вяжем по той же схеме. Я провяжу еще рядочек. Так, значит, первую снимаем, провязываем дальше 2 лицевые. Перед тремя петлями делаем накид всегда. Дальше провязываем лицевыми до центральной петельки. Провязали до центральной петли. Дальше делаем петельку. Захватываем. Захватываем ниточку, которая идет к клубку. От пальца к клубку захватили, протянули. Вот у нас получилась такая петелька. И ее затянули. Провязываем центральную петельку. Дальше положение пальчика меняем. Вот так. И захватываем ниточку, которая идет к клубку. От клубка к пальцу. И петельку подтягиваем. Дальше провязываем лицевыми до последних 3 петель. Три петли остается, делаем накид и провязываем 2 петли лицевыми. Последнюю петлю провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей. Это у нас кромочная петля. Далее, вот таким образом, как я вам сейчас показала, я буду вязать до размера, вот смотрите, от центральной петли до конца. То есть вот от этого места до конца, то есть от центральной петли до конца. Буду вязать до тех пор, пока у меня не будет 78 сантиметров. Потому что количество рядов считать нереально, это может сбиться. И нет в этом необходимости, это просто нужно замерять. Ну и, соответственно, и другая сторона должна быть 78, потому что центральная у нас петля, она делит платок на две стороны, скажем так, на две одинаковые стороны. То есть 78 и 78. Вот буду вязать до вот такого расстояния. Еще раз, значит, как мы вяжем. Вот эти 3 петли, это у нас идет и накид, это у нас идет кромочка. Вот такая кромка у нас получается. Это идет кромочка, вот она идет. Это самая длинная сторона. То есть мы в конце вот эти две стороны соединим иголкой или с помощью иглы, либо с помощью крючка. А вот. Значит, вот это идет у нас центральная петля. Вот она по центру у нас идет. Делаем прибавление с помощью накида после 3 петель кромки. Делаем накид. И делаем накид перед последними 3 петельками. Делаем накид. Это делаем прибавление только с лицевой стороны. С изнаночной никаких прибавлений мы не делаем. И делаем мы прибавление с лицевой стороны с помощью петелек. Перед центральной петлей делаем петельку. И после центральной петли делаем петельку. Соответственно, значит, в каждом лицевом ряду у нас 4 прибавления.
Так, провязала я до заданной длины наш платок-бактус. Теперь нам нужно соединить, как я вам говорила, вот эту вот кромочку. Вот пошла у нас, помните, центральная петля. Вот эту вот кромочку из 3 петель нам нужно соединить с помощью хвостика. Ну, здесь, в общем, элементарно соединяется, то есть в конец просовывается крючок, подхватывается ниточка, протягивается. Ну и здесь можно тоже захватить вот таким вот образом. То есть края нашего полотна нужно соединить. Соединили. Так, ну сам хвостик, ну, можно спрятать, потому что как бы обрезать его, честно говоря, жалко. Так вот, протягивая ниточку. Можно ее пропустить. Целиком не обрезая. Так, приблизились, что называется, к финишу. Теперь оформляем, нашу кайму. Кайму нашего платка тире бактуса. Значит, первую петелечку снимаем, это кромочная петля, провязываем 2 петли лицевыми, провязали, делаем накид и провязываем одну петлю лицевой. Дальше мы будем вязать так, делаем накид и 2 петли провязываем вместе лицевой. Снова делаем накид и 2 петли провязываем вместе лицевой. Делаем накид и 2 петли вместе провязываем лицевой. И так двигаемся до центральной петли. Приблизились к центральной петле. Вот у меня такая картинка. То есть после того, как я, значит, сделала накид и провязала 2 петли вместе, 2 петли вместе, у меня перед центральной петлей 3 петельки оказалось. Если, значит, окажется у вас 4 петли перед, значит, центральной петлей, тогда вы также продолжаете вязать. Делаете накид, провязываете 2 петли вместе, делаете накид, 2 петли вместе. Ну, то есть, поняли, да? Вот. А у меня 3 петли, то есть получается, что мне нужно сделать? Значит, я делаю накид, провязываю 1 петелечку вместо 2, да, 1 петельку, делаю накид, провязываю 2 петельки вместе, провязала. И вышла на центральную петельку. И вышла на центральную петельку. Еще раз, если у вас перед центральной петлей 4 петли, то есть вы провязали накид, сделали, провязали 2 петли вместе, и у вас перед центральной петлей 4 петельки, то вы продолжаете также провязывать. Делаете накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе, и выходите на центральную петлю. Если, как у меня, 3 петли остается, то есть я делаю накид, провязываю 1 петлю вместе, и потом делаю накид и провязываю уже 2 петли вместе, и выхожу на центральную петлю. Значит, здесь у нас формируется уголочек. Вот по этой схеме, что я вам показывала, вот этот уголочек у нас формируется. Чтобы уголочек не закручивался, выглядел прилично, мы сделаем накид перед центральной петлей,
Это в любом случае делаем накид, провязываем центральную петлю, делаем еще накид и провязываем 2 петли вместе за вводя спицу во вторую петлю. Вот так 2 петли вместе провязываем. Провязали. И дальше пошли провязывать точно так же. Накид, 2 петли вместе. Накид, 2 петли вместе до конца нашего полотна, то есть до последних 3 петель. Так, дошли до 3 последних петелечек. Делаем накид. И провязываем 2 петли лицевыми и последнюю кромочную, изнаночную за переднюю стеночку. Так, дальше развернули мы полотно. Теперь с изнаночной стороны мы будем провязывать лицевыми петлями. Полностью весь ряд мы провяжем лицевыми петлями. Снимаем кромочную и продолжаем вязать лицевыми петлями до конца нашего ряда, только лицевыми петлями. Так, провязали изнаночную сторону лицевыми, развернули, вяжем лицевую сторону лицевыми петлями, но не забываем делать прибавление. Снимаем первую кромочную, провязываем 2 петли лицевыми, делаем накид. И дальше вяжем лицевыми до центральной петли. До центральной петли. Значит, дошли до центральной петельки. Она у нас выглядит изнаночной петлей. Значит, делаем прибавление также петлей перед центральной петлей. Провязываем центральную петлю лицевой. И после петельку делаем. И дальше провязываем лицевыми петлями до конца, не довязывая 3 петли. Перед 3 петлями последними делаем накид. Так, провязали с лицевой стороны, разворачиваем наше полотно. И провязываем изнаночную сторону только лицевыми петлями. Значит, петельки, которые у нас прибавочные, петельки, которые у нас перед и после центральной петли, мы провязываем лицевыми петлями за передние стеночки. Кромочную снимаем. И до конца полотна вяжем лицевыми петлями. Провязали до конца с изнаночной стороны. Разворачиваем наше полотно на лицевую сторону. Вяжем по той же самой схеме. То есть делаем прибавление после 3 петель, делаем накид, провязываем только лицевыми. Первую мы снимаем, провязываем 2 лицевыми, делаем накид, все как всегда. Далее вяжем лицевыми до центральной петельки. До центральной петельки. Перед центральной петлей делаем прибавление в виде петли и
и после провязывая, после провязывания центральной петли делаем прибавление в виде петли. И далее провязываем, не довязывая трех петелек, делаем накид и заканчиваем ряд, провязывая оставшиеся три петли лицевыми. Весь ряд провязываем лицевыми петлями. Завершаем нашу работу, закрываем петли. Петли закрываем с изнаночной стороны нашего платка тирабактуса. Две петли вместе провязываю. Одеваю петлю, провязанную петлю на спицу снова. Две петли провязываю вместе. Эту петлю одеваю снова на спицу. Две петли вместе. Провязанную петлю на спицу. Снова две петли вместе. И так до конца нашего ряда. Петли не стягивать ни в коем случае. Закрывать, чтобы они были свободные, не надо их стягивать. А чтобы было удобнее закрывать вот этот вот уголочек, немножко подтягивать, оттягивайте, вернее. То есть полотно постоянно нужно оттягивать, чтобы у нас не получилось так, что петли, которые мы закрываем, будут стягивать края. Будет стягивать край. И так до конца ряда.